Всем привет. Всем второе число. Вот мы после Нового года. Сейчас завел машину. Загрузили вещи уже туда. Сейчас постараюсь найти крышку уже. Крышку от бензобака. То есть купить. Сейчас машина пускай немного прогреется. Как раз мы съездим до магазина. И все, и в рейс в Новосибирск. Сейчас говорят в Новосибирске. Чуть минус 35. Вот так вот где-то погода. Будем смотреть. Пока вроде укутались, вон, я школьник, Настя, Костян. Короче, а он не работал? Вот так вот легко на веки фар меняется. Сука, дверь Костян открыл, я в нее башкой воткнулся. Короче, отключишь еще один болт, и все. Че, давай это поставим, говорит, или не работает? Говорит, фара. Работает. Не габарит, а лампу фара. Короче, вот так вот фара поменял и готово. Круто выкручиваясь из любых лихо закрученных жизненных ситуаций. Ну-ка. Не та? Нет такой. А тут тоже нету. У меня машина есть, вот найти мою машину. Это от туманки, видишь? Бля. Ребята вот часто спрашивают, типа, как работать дальнобойщиком и так далее и тому подобное. Вот в такие моменты, когда светит солнышко, сухой асфальт, тепло в машине, там солярка не замерзла, коробка работает, тогда кайф. То есть, ну, в такие моменты кайфово работать. Типа, сегодня 2 число, 2 января, вроде как многие там жалуются, что 2 числа работают, а мы вот выехали, кайфуем. Вот, это ответ на первый вопрос, то есть в положительную сторону. Надеюсь, отрицательных сторон пока в этом рейсе, по крайней мере, мы не будем показывать. И очень-очень-очень надеюсь, что их не будет. Надеюсь, что этот влог будет у нас только с положительной стороны. Все, по обычаю, полные баки. Мы, если что, на этом прицепе. Точнее, еще не отцеплял. Так что, если видите Ивеку с силковым этим прицепом, то это, вероятнее всего, будет. Ну, еще по бокам кастрол у нас там отлично. Погода просто кайф. Все заправили, 2 полных бака. Едем. Всем хорошего дня, всем хороших выходных, ребят. Мы работаем. Как работать? Пока мы кайфуем. Просто на фоне такого заката розового. Сзади. У вас спереди. Блин, настроение как? Наладится. Листва под ногами, на сердце камень, и все вокруг здесь. Вот так выглядит стоянка наша 2 числа. Ну вот сейчас фура заезжает. А так мы одни походу здесь. Ну почти. Просто кто знает, кто часто здесь ездит, видели, сколько здесь машин вдоль обочины стоит. Здесь не протолкнуться. Ну вот коллеги подлетают. Как-то так. Снимать особо нечего было. Сейчас встали на стоянку. Все, зашториваемся. И спать. Встали на стоянке, как обычно. Здесь немного, наверное, до Челябинска не доезжая. Километров 80. Маленький пингвин пошел. Ну все. До завтра, ребят. Всем доброе утро. На время 11. А, хотя какое доброе утро у вас, наверное, вечером, потому что видео будет в одном выложено. У нас пока 11 градусов, минус 11 получается. Я уже боялся, что у нас на Урале здесь заморозки будут прям сильные такие. В принципе, нормально, терпимо. Едем дальше. Пишут, Новосибирск, в принципе, не так холодно, как мы ожидали, там не минус 40, не минус 45, там минус 35. Если это можно считать, что там не холодно. Вот сейчас едем как по обычаю, да. Берем сэндвичи. Приводим себя в порядок и погнали дальше. У нас, как обычно, как только проходим курган, или там, допустим, либо между Челябинском курганом, либо между курганом и Бердюжем, как обычно, такая какая-то аномальная погода. До этого ехали, асфальт сухой, кайфово все было. Сейчас уж как обычно. Так, температура 19,5. Потихоньку все холоднее и холоднее становится. Вот
как-то так начнут, коллеги. Все молотят. А сейчас еще минус 26,5, а до этого было вообще, мы ехали 28,5, мы едем дальше. Все, свернули, прошли Татарск, свернули вот такую дорогу, сейчас посмотрим. Навигатор показывает, что 190 км еще ехать, я не знаю, по такой дороге, не по такому был ехать, но... Такое себе, все в снегу, замерзло все у нас. Погода минус 31. 31,5. Да, такое прям, знаете, много факторов, которые... Во-первых, это первая дорога, я здесь не ездил, первый раз здесь еду. Во-вторых, она плохая, в-третьих, мороз на улице. Короче, посмотрим, что как. Почти доехали до адреса. 180 километров вот по такой дороге шли. Скорость там меньше 40, ну средняя скорость на 45 была, короче. О, это жесть. Устали, вымотались уже. Сколько часов? 5, наверное, идем, да, по этой дороге? Короче, это жесть какая-то. Ну ладно, не 5, может, 4. 4 часа, думаю, идем. Я не знаю, там несекально время тянется очень. О, смотри, ай, блин, белое что. А, смотри, мушеный ключа такой, вон. Видела? Не дала? Да. Прикол. Дома я показал вам все здесь. Замерзло, темно, запотело. Просто смотрите, узкие улочки. Ну как узкие, типа здесь одна фура разъедет спокойно. И до адреса я не знаю, как что проехать. Тут везде, везде снег. Просто есть горький опыт, когда заезжаешь там по навигатору, ну и сами знаете, что дальше происходит. Сейчас, а, ну, лежачий, это вот это, вот это лежачий будет. Ух, кайф. Он типа такой дороги, короче, он меня отводил. Сейчас вообще едем. Блин. Я как бы не так часто, если честно вам сказать, зимой ездил по таким дорогам на фуре, на одной ноге. Это вы сами, я думаю, знаете, что такое. Когда ты просто на ровном месте можешь стать. Вот среди там деревень, среди домиков катаюсь. Так. Куда там? Ну давайте попробуем. Кстати, температура нормальная стала, минус 29. Уже не так страшно, то что солярка сейчас станет. Как я эту тему обожаю, а! Просто спасибо, ребята, спасибо. Мне сейчас вот так вот на фуре с открытым окном минус 29 сдавать, потому что мне здесь ничего не видно. Я знаю, куда ехать. Все говорят, я знаю, куда ехать. Ну и у меня так обычно, короче, вот ну, так всегда. Ладно, буду назад сдавать. А по идее, нам вот дорога там. Вот так вот проезжаем здесь, и адрес должен быть в выгрузке вот здесь. Ну, я не знаю, куда мне сейчас ехать. Ништяк. Кайф, да? Много невыносимых часов спустя. Еле как нашли адрес. Это по всем лабиринтам проехали, все, что можно было, снимали. Конечно, не все, на нервозах там были. Тут прицепы стоят, комбайны старые. Ферма старая. Там сзади ферма тоже. В общем, такое местечко. Ладно, сейчас будем искать, где парковаться и спать. Парковки никакой не предоставили. Надеюсь, нас здесь не выгрузят. Хотя я так понял, здесь некому выгружать, если честно. Тут просто какая-то, я не знаю, полуглухая деревня, так скажем. Всем доброе утро. Проснулись. Сейчас за мной подъехали. Спросил, был ли у них или нет. Такого пару нас там. Облака можно делать. В общем, все шло неплохо до момента, пока мне не сказали, что выгрузка будет боковая. Я думаю, понимаете, что на улице мороз, дуба. Боковая выгрузка вообще здесь не кстати мне.
оказалось. Ну ладно, что делать. Сейчас будем выгружаться опять-таки из разряда того, что не всегда кайфовать. Я сегодня еще такой просыпаюсь, но у меня вот дядька этот будет. Ну блин, на улице-то погода, мороз, солнышко, кайф. Кайф, блин. У меня, смотрите, у меня трос превратился чуть ли не в стекловолокно, блин. Это жесть. И все примерзло, я думаю, блядь. Вот как-то так выглядит мешок на морозе. Просто пластмассовый. Это жесть какая-то. Аж 5OH. Сел на Ниву. Рассели Маш на ДТ. Дом 500, Т-150. Конечно, атмосферные такие места. Если бы мы вчера не блуждали здесь так много, был бы кайф. Сейчас меня девушка проводит здесь. Вчера, потому что мы здесь настолько много лабиринтов крутились, так скажем. Поэтому я сейчас спросил, говорю, как отсюда выехать. Она говорит, поехали, говорит, покажу. Отсюда же, вот здесь мы уперлись. Вот отсюда мы первый самый раз приехали, и вот в этот тупик мы и уперлись. То есть, теоретически мы могли, вот если бы мы через этот тупик проехали, то мы сразу уже вчера здесь это все время не блуждали бы. Нет, ну прикольно, прикольно, конечно. Сибирь, морозец, деревня. Сейчас нам предстоит еще путь. 180 километров вот там по качественной дороге. Печки топят. Нет, хотя бы их. Не знаю насчет газа, есть ли это газ. Сейчас напишите мне в комментарии, типа, пиздец тугой. Конечно, есть газ. Но не факт. Потому что смотрю, здесь почти у всех печки вон трубы из этого торчат из крыши. Будем выезжать. Сейчас выйдем в деревню, тормознемся. Анастасия еще валяется, так что я сам согрею чайник, сделаю кофе и сделаю бутики. Вот такие здесь повороты, не знаю, их здесь навели или нет. Это, наверное, чтобы здесь на этих, на Формуле 1 гоняли. Чтобы повороты можно было нормально заходить. Все, вот такие сейчас. Ближайшие где-то на 3-4 часа вот такой вид у нас будет. Да, по главной я сказал, прямо. Только здесь главное это две. Ну ладно, будем прямо и сейчас прямо. Надеюсь. Ну пустым поувереннее идешь, потому что когда груженный, все равно боишься, что груз повредишь или больше ущерба прицепу идет на таких кочках, хотя не такие значительные, но все же. Трасса как струна пролегла в лесу, поморгал в ночи кореш на мазу. Был вчера в степи, сегодня за окном сибирский кедр. Вот такая жизнь. В среднем 3 рубля за километр. Повороты резкие, горы перелески. Так по дороге едем. Ну и в принципе ближайшие как раз таки там километров, наверное, 150 у нас. Такая даже чуть хуже там дальше будет, насколько я помню, да? Бля. Ну в этом есть свой кайф, я вам скажу. Если никуда не торопишься, не спешишь. Все, последние метры по этой дороге. Не знаю, сколько мы здесь прошли километров. 180, я думаю, точно есть там. Все, сейчас поворачиваем на Омск. 169 километров. Ну, выходим на 254. Так, справа не видать. Почему опять? Так. Наконец мы выходим на нормальную трассу. Прямо 87 километров. Все, кайф.
Хватит тоже ребенок. Кажутся врагами. Людей здесь так много, но я одинокий. Брожу, будто призрак. Это не мой город, сгущаются тучи. Моя память спамит. Раньше было лучше, что же с нами стало? Просто посмотри на этот город, витрина. Да тут все так красиво, но эти люди пустые. Я не хочу слушать их пустой треп. Виски со льдом вместо тысячи слов. Я так давно хочу найти свой дом. Найти себя и найти любовь, но мое небо хмурится, руки опускаются, все это забудется, все еще наладится.